Привет из Луганской Народной Республики своим сторонникам и латвийским правоохранительным органам послал активист Бенес Айо. Еще до Нового года он покинул страну и оказался на востоке Украины. На родине его ждет тюрьма. Он практически нарушил меры пресечения и отмечания полицией. И, используя это, фактически сбежал, если мы так можем выразиться. Я думаю, что это для суда будет достаточно аргумента, чтобы его содержать уже в заключении, пока проходит рассмотрение уголовного дела. Так министр внутренних дел объяснил исчезновение активиста Бенеса Айя. На фотографиях в интернете он позирует в Луганске. По заявлениям Бенеса Айя, когда бдительность полиции и погранохраны притупилась, он пересек несколько государств и 31 декабря прибыл в Москву, где участвовал в митинге в поддержку Донбасса. Затем уехал в Луганскую Народную Республику. В распоряжении МВД нет сведений, где, когда и каким образом Айя пересек границу Латвии. Сам же активист говорит через Эстонию и Финляндию. Бенес Айо сообщает, что в Луганске он на год заключил контракт с армией самопровозглашенной республики. Напомним, в Латвии Бенес обвиняется в публичных призывах к насильственному свержению власти.